Ульяновском госуниверситете прошло собрание руководителей депутатских объединений партии «Единая Россия». На совещании обсуждалось создание Совета депутатов. Объединение позволит улучшить взаимодействие внутри корпуса народных избранников. Мы можем принять программу, допустим, в Барышский район или в Димитровград отправить деньги, а если депутаты местного уровня не заложат софинансирование, не обеспечат порядок проведения конкурсов и проведения работ, то может получиться так, что наши деньги будут практически выброшены на ветер или не востребованы. Вопрос взаимодействия – главный вопрос и цель создания совета фракций в Ульяновской области от партии «Единая Россия». К работе совета планируют приглашать руководителей других фракций, которые представлены в законодательных органах и органах местного самоуправления. Совету важна не только связь внутри депутатского сообщества, но и взаимодействие с избирателями. Ведь они в конечном итоге определяют, какие проблемы нужно решать в первую очередь. Когда жители обращаются, мы должны практически оказывать помощь и помогать решать эти вопросы и выявлять актуальность, необходимость первоочередные решения проблем. Поэтому мы сегодня будем это обозначать перед нашими руководителями групп. Другое направление, с развитием которого может помочь депутатское объединение, заключается в воплощении национальных проектов, обозначенных в майском указе президента Владимира Путина. Один из больших проектов, который нам стоит попробовать реализовать, я уверен, что шансы на положительное решение есть, это в рамках национального проекта образования побороться за то, чтобы именно на нашей территории был один из 15 научно-образовательных центров. Под эти цели закладывается значительное федеральное финансирование. Деньги могут направить в Ульяновскую область. Принять участие в выполнении проекта смогут и промышленные предприятия региона. Егор Титов, Александр Кудряшов, Новости дня, Ульяновская правда.